Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис. Она уже давно стала знаменитой благодаря роли в сериале «Папины дочки». Теперь Лиза продолжает строить карьеру, играет в театре. Артистка в свои 27 лет уже стала мамой. Она растит сына Льва вместе с мужем Ильей Авербухом. Хотя еще 2 года назад свои отношения влюбленные скрывали. Летом супруги много отдыхали. Но недавно Арзамасова не только вернулась к работе, но и согласилась участвовать в одном проекте с мужем. 6 октября стартовали съемки нового сезона «Ледниковый период». Авербух снова стал шоу-тренером и режиссером-постановщиком. Но актриса будет выступать не с ним, а с молодым чемпионом Никитой Коцолаповым. На льду Лиза предстала в легком пудровом платье. Она сделала романтичную укладку. Актриса исполнила чувственный танец на льду с партнером. Они показали красивые поддержки и эффектный прокат. Среди членов жюри в этом выпуске оказались Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Чайковская. Ранее Авербух признался, что во время съемок его сын с Арзамасовой остается дома под присмотром бабушек и нянь. Льву всего 1 год. Однако фигурист ранее признавался, что хочет еще детей и планировал начать работать над этим в ближайшее время. В шоу также участвует Регина Тодоренко, которая стала мамой снова всего 2 месяца назад. Продюсер и хореограф Илья Авербух объяснил выбор в качестве партнера для его супруги Елизаветы Арзамасовой для участия в шоу «Ледниковый период» фигуриста Никиту Коцолапова. Арзамасова начинает в команде Жулина. «Мы пробовали разные варианты с Арзамасовой. Искали самую легкую девочку для Коцолапова из-за травмы спины. Такой оказалась Арзамасова. Коцолапов – двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду. В паре с Викторией Синицыной он становился чемпионом мира, по 2 раза выигрывал чемпионат Европы и первенство России. До апреля 2014 года выступал в дуэте с Еленой Ильиных, с которой становился чемпионом АИ-2014 в Сочи в командных соревнованиях.